аплодисментами тренер проекта Students on Ice, которая за 4 месяца научила наших участников не только стоять на коньках, но и прекрасно владеть ими. Мастер спорта, первая девушка в Казахстане, кто получил это звание в 14 лет. Многократная чемпионка Казахстана, двукратная чемпионка соревнований Asian Challenge, чемпионка Казахстана среди молодежи, многократная чемпионка Кубков Республики Казахстан, чемпионка третьей зимней спартакиады, зимних игр, многократная чемпионка первенств Алматы. Встречайте, Регина Глазман! Благодарность. Браво! Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы были...